лицо, которое живое существо. И скелеты, и сосудов. Это такое млекопитающее, но оно ходит, там руками машет. Умный, красивый. Говорит, еще общается. Замечательное, доброе, противное, ужасное. Осознала, что оно существует. Светлая и темная сторона. Личное, что-то очень сокровенное. Дружба. Или как? Не знаю, как сказать еще. Привет. Находимся в ГЦСИ. Здесь 2 апреля откроется выставка под названием «Человек 2.0». И она могла открыться, эта выставка, год назад. Но так как случилась пандемия, локдаун, то она в итоге перенеслась на целый год. Я думаю, она еще больше созрела и еще стала более глубокой, я думаю, потому что мы за это время сами поменяли. Не нужно ко всему слишком серьезно относиться. Самое главное, будьте расслаблены, налегке и смелее. Я художник, я рисую буквы, и при помощи них как-то свои чувства, эмоции, ощущения выражаю. И мы будем тоже при помощи букв как-то передавать что-то свое, будем писать при помощи кисточек, и будем плавно увеличивать в размере. Меня как художника позвали сюда, кисточки, и как мне кажется, здесь важнее именно сами ребята, то есть я как куратор, наверное, моя задача была в том, чтобы их направить, большую часть всего делали они именно сами. Но начнем мы с маленьких, получается, листочков, с маленьких форматов, вот, и самым первым будет, мы будем писать свое имя. Давайте я попробую прочитать. Меня зовут Ксюша, я координатор, куратор, не знаю, как я себя могу назвать, проект зарисовки. Это инклюзивная графическая лаборатория, ну, художественная скорее, потому что мы занимаемся очень всякими разными направлениями, техниками, всем, чем только можно. А занимаются ребята с особенностями и без, вот, и все вместе мы делаем разные крутые проекты. Например, с известными уральскими художниками. С Алисой Горшениной делали, с Ромой Бантиком. Ну, особенность работы с приглашенным художником — это работа в его технике. Собственно, поэтому мы занимались буквами с Ромой. И он предложил историю про человека, который 1-0, а с кем-то в взаимодействии — это уже нечто большее. И мне кажется, в принципе, весь наш проект про это взаимодействие — это, наверное, есть что-то самое важное, что мы можем друг другу дать. Это интересно, то, что у каждого свой какой-то почерк. И это очень красиво, что у всех по-разному получается. Пишешь Тимур, это Даша. Даша. Да-да. Много-много имя Даша. Я писал Александр. Имя Даша. Можно еще несколько раз вместе? Да, конечно. Готово, да. Готово, ну пошли тогда. Отнесем. Смотрите, у нас сейчас получается следующая наша миссия. Мы сейчас пишем имя человека, который напротив, мы получается на парах. Ты будешь получается Рома писать, а я буду писать Ян. Ну ты же можешь. Мне не хотелось учить чему-то конкретному ребят какой-то техники, то есть хотелось максимально им дать возможность поэкспериментировать, что-то свое нащупать. То есть там были, я думаю, такие задания, которые про внешний мир, про взаимодействие с другим человеком и про внутренний мир, когда они для себя конкретно делали какой-то выбор, какой язык выбрать, какое написание выбрать. Писать Николь сейчас. Илья. Меняемся. Егорь. Мягкий знак. Еще. Егор. Ксюша. А еще Илья. Ага.
Шапсюе. Валя получилась игня. Смотрите. Игня получилась. Вот у нас есть такая кисточка. Суть в том, чтобы сделать это как можно быстро. Вот. Ну, я могу стартануть. Вот. Вот. Все. Я готов. Вот. Кто хочет, может наоборот рисовать букву Я. Ну, я думаю, был готов к ребятам. Ну, то есть, в целом, я, ну, наверное, не особо был удивлен. Ну, то есть, мне нравилось с ними взаимодействовать. Они в чем-то очень свободны, и первородность в них есть. Я сам, думаю, стремлюсь к этому. Это буква Они, Ук. Кириллическая буква Ук. Кириллическая? Старый диграф Он, Ик, Ижица. Ижица. Очень красиво. Я могу делать, да. Буква Я. Да. У каждого получится разное. В этом и суть. Буква Я. О, Я. Я? Я. Оба. Часть моей философии, философии моего творчества, она лежит в ошибке, она лежит в неправильности и чаще всего людей с аутизмом. Ну, по моим ощущениям, это считается некой ошибкой. На мой взгляд, оно просто по-другому, и вся красота и ценность как раз в том, что оно немножко со сдвигом от привычной реальности выпадает немножко из нее, и ну, возможность на что-то выйти, что оно, что-то сверх, что-то новое, я думаю. Эта обостренность, сверхчувствительность, она, как я думаю, меня и привлекает. Мог бы назвать это человеком 2.0. Он ощущает, и за счет того, что он остро чувствует, он может быстрее что-то ухватить, и ему не нужно ничего объяснять. Давай тогда Саша вот сюда, потому что здесь еще ни я, ни ты не писали. А, это блин, сейчас я стараюсь вот так делать. Мы сделаем это секретными глазами, получается. Вот, не подглядывайте. Я тоже, мне тоже получается, вот видишь. У меня вот так получилось, кто хочет показать. Что у него получилось, может даже показать. О, разнобой. Пойдемте все сюда. Закрыла. Тише будет. Смотрите, сколько много мы сегодня нарисовали. Вот здесь есть слово человек на разных языках. Кому сегодня понравилось какое задание? Постепенно все это будет собираться что-то, я не знаю конкретно, как это все будет в итоге, но в что-то это точно превратится. Вот. Можно надо подсказку взять? Да. В смысле? Совпадение, в смысле? Давай. Нужно букву Я разложить на запчасти. Подумайте, как это может быть. Вот. Это задание на фантазию, здесь не может быть неправильного. О, класс. Ты подглядываешь.
Все, я не вижу. И все, давай, я вот так. Закрой глаза. Все, закрыл. Я закрыл, смотрите. Ладно. Снова маркер. Да, я ставил все. Маша, ща макать. Вот я, Рок, Полочка. Вот как тебе это. Отлично получилось. Люк. Почему вы посмотрели? Где твоя буква? Конечно, это мое имя. Моё имя, это класс. Вот это еще волна, или как? Да, у кого её. Сейчас работа, она выполняется двумя людьми разными. И она может накладываться, она состоит из двух слоев, из черного и белого. И сами ребята выбирали язык, мы их ни в чем не ограничивали, как они хотели, так они писали. Кто-то вообще впервые большой кистью попробовал что-то писать, что мне очень нравится. Буквы, они перешли в что-то более изобразительное, что-то более, больше на живопись, что-то похожее. Вот смешной. Они, по-моему, английские. Да? Из Англии. Прибыли. Это я до вас сделал. Вау. Это всем? Или одному? А, ну, ну, всем титрам. Возможность поработать с такими людьми с обостренным ощущением от этой реальности. Но, опять же, чтобы научиться у них чему-то. Вот я рад, что у меня получилось поучиться чему-то у них и тоже стать человеком 2.0. Бывает, что вредный, бывает наглый, бывает очень... Обходительный бывает, неумный бывает. Бывает хорошее. Это такой сосуд любви, заботы. Грустные. Веселый такой, отличный. Впечатляющий. Рисовал. Или впечатление. Зловредный организм, который размножается и заражает. Разрушает или наоборот привносит гармонию. Вежливый. Ну и такие специальные, как Николай Басков. Как их? А, звезды. Ну, можешь познать, например, что такое любовь. Разум, чувства, интеллект, жизнь. Это мир. Мама. Любовь. У него может быть смысл в жизни.